Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом руководителей ряда государств. В телеграмме президенту Бараку Обаме подчеркивается, отношения между Россией и Америкой – это один из ключевых факторов международной безопасности. Владимир Путин также поздравил глав Великобритании, Италии, Германии и Франции. Президент России отметил, сотрудничество в этом году развивалось в конструктивном ключе, несмотря на осложнение международной обстановки. Кроме того, Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам стран СНГ и Евразийского экономического союза. Президент России выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества на международном уровне.